Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу. Награждать прекрасных дам накануне главного женского праздника совместно с их мужественными защитниками уже стало традицией. Во Дворце независимости чествуют тех, кто посвятил себя детям. Орден матери вручают за воспитание 5 и более малышей, успехи в карьере отмечены медалями. А воля к победе орденом Отечества 3-й степени и званием заслуженный мастер спорта для Анны Гуськовой, олимпийской чемпионки Пхёнчхана. Ее коллега Алла Цупер отныне также заслуженный мастер спорта. Новые погоны будут украшать и самое мужественное плечо страны. Рыцарское отношение к женщине – вот что главное для настоящих мужчин, отметил Александр Лукашенко. Именно женские нежность и ранимость пробуждают в нас благородные чувства и стремление беречь и оберегать. Призвание женщины – украшать мир, призвание же мужчины – защищать этот мир и женщину, без которой мир невозможен. И какие бы социальные роли они ни примеряли на себя, важно, чтобы все помнили о своем главном предназначении и сохраняли в обществе гармонию отношений. Я рад видеть в этом зале ставших истинным примером отваги, чести и мужества настоящих мужчин, которые в столь непростое время выбирают профессию Родину защищать. Вам присвоены высокие звания, а вместе с этим возрастет и ответственность. Уверен, вы с честью справитесь с возложенными на вас обязательствами. Искренне приветствую наших прекрасных соотечественниц. Я всегда говорил и сегодня повторю, белорусские женщины самые лучшие и самые красивые, умеющие удивительным образом сочетать в себе силу характера и необыкновенную женственность. Зачастую именно женщинам приходится совмещать карьеру и домашние хлопоты, оставаясь при этом образцовыми женами и матерями. Одно только это, по мнению главы государства, достойно уважения и гордости.